я хочу известность поставить нашим уважаемым депутатам, когда у нас разногласия пошли с Толкунбеком Абдугуловым, я тоже так же любил, как и вы его. Очень любил, потому что он, действительно, я считал его очень квалифицированным финансистом, который удерживает курс сома. Но когда я глубоко, в марте месяце международным экспертом к нему попал, он нас принял международными экспертами, он тогда заявил: ваши международные эксперты не нужны. Я обучился в Сингапуре, в Америке. Я сам своему банку, сам я лекцию почитаю, сказал. Вот я такой хороший компания, которая в международном рынке очень большой опыт есть, такого человека привел, вот после этого у нас начались разногласия. И еще раз говорю, если бы, я вам цифрами докажу, с 2015 года Национальный банк разрушал экономику Кыргызстана. Разрушал, в прямом смысле. Я цифрами докажу, я не голословно. Поэтому он когда-то на палате где-то он обещал, если сом за 70 сомов, доллар за 70 сомов перевалит, он обещал, уйдет отставку.